Всем привет, вы на канале коллекционеры, монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю советской монете 20 копейкам 1965 года. Параметры монеты. Диаметр 21,8 мм. Масса 3,4 грамма. Толщина 1,5 мм. Сплав медно-никелевый. Гурт монеты рубчатый. Точный тираж монеты неизвестен. Аверс монеты. В центре изображен герб Советского Союза, образца 1956 года. Ниже имеется надпись «СССР». Обозначение монетного двора отсутствует. Реверс монеты. В центре указан номинал монеты 20 копеек. Ниже номинала указан год чеканки монеты 1965. В боковых частях монеты полукругом изображены колосья пшеницы, дополненные внизу дубовыми листьями. Лицевая и оборотная стороны монеты имеют выступающий по окружности кант. Монета 20 копеек 1965 года разновидности не имеет. Что касается цены монеты, то она составляет 4300 рублей. Напоминаю, что цена монеты зависит от сохранности, и она может быть как выше, так и ниже указанных здесь цен. Если же у вас есть монета 20 копеек 1965 года, то не забудьте написать об этом в комментарии. Если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком и подпиской на канал. До скорых встреч!